замечательную пародию на Владимира Соловьева. Сейчас, конечно, самый популярный пародист Илья Соболев, сатир, имеется в виду Шабельников, давно беззубен, неинтересен. Его место занял Илья Соболев, действительно талантливый пародист. А этот парень, Константин Скиба, профессионально исполнил. Вы чего удумали? Вы хотите? Удумали. А кто вам вообще сказал, что нужно хотеть? Прежде чем хотеть, изучите-ка историю. Ну вообще историю, хоть немного, хоть чуток, хоть издалека, хоть приблизительно знаете. Историю знать надо. Надо знать историю. И тогда можно понять, что хотеть можно только если разрешат. Разрешают хоти, хоти, если разрешают. А то есть у нас особи, которым только дай воле, а не свое хотение засунут туда, куда не хотел. Поскольку отсмотрел огромное количество отрывков из прямых эфиров Соловьева, мне жутко, что человек настолько хорошо исполняет эту роль. Мы хотим как тут, мы хотим как там. Хотеть уметь надо, у нас не умеют хотеть. Следовательно, и хотеть вам нечего. Вот говорят, что пародия — это низший жанр. По-моему, такая пародия заслуживает оваций. Браво!